Өздер барлығын біліп отыр, ал ол депутаттарды сайлаған біздер уақытында, олар халықтың қалаулысы, неге келмейді, неге халықпен бірге тоңып тұрмайды мына жерде. Уважаемые работники экспортных и других предприятий, в течение последних 7 лет, начиная с забастовки шахтеров в Караганде в ноябре 2017 года, вы периодически выходите с обращением к властям. Чаще всего это обращение к Тукаеву, его акимам, министрам, которые никак не решают ваши вопросы. Обращение к президенту за последние годы было записано десятки. Многие записывали обращение к Тукаеву со словами «Курметта» и исчезали в никуда. Потом появлялись новые предприятия и так по кругу. И никто из вас так и не добился своих требований. Однако вы продолжаете записывать свои обращения, которые никак не влияют на Тукаева и никак не решают ваши проблемы. Сейчас в Актобе работники завода хромовых соединений выражают недовольство заработными платами. Что нужно понять? Тукаев, его акимы и министры не решат ваши проблемы. Потому что режим Назарбаева-Тукаева на недоплатах зарплатах на экспортных предприятиях ежегодно имеет свыше 20 миллиардов долларов. Поэтому режим никогда не пойдет на существенное увеличение ваших зарплат. За счет того, что они вам не доплачивают, они являются миллиардерами в списках Forbes. Максимум, на что они способны пойти, это пустые обещания, чтобы сбить накал и свернуть забастовку, чтобы она не переросла в протесты, как это было весной этого года с работниками в СО. Поэтому мы предлагаем действенные меры по давлению на власть и решению ваших проблем. Три простых шага. Первое. Объединяйтесь между собой. Таких предприятий, у которых схожие требования и проблемы, не менее 50. Встречайтесь, проводите встречи или выходите на связь друг с другом иными способами. Во время переговоров удаленно используйте мессенджер Telegram или Signal. Второе. После того, как свяжетесь друг с другом, наберете достаточное количество предприятий, не менее 3. Выявите общие требования. Как минимум, всех вас не устраивает размер зарплаты. Это главное и основное требование у всех. Дополнительно еще могут совпадать другие требования. Третье. После того, как вы свяжетесь друг с другом, поймете общие требования для всех, нужно будет согласовать день выхода и единые условия, которые вы будете выдвигать властям. Выходите на забастовку вместе, организованно и скоординированно. Как только вас выйдет не менее 3-10 предприятий за один раз, в один день, с едиными требованиями, и будете стоять вместе, Тукаев, боясь протестов, выполнит все ваши требования беспрекословно. Работники экспортных предприятий, чья продукция уходит на экспорт по мировым ценам, должны получать мировую конкурентоспособную зарплату, как в ведущих странах мира. В среднем 1-2 миллиона тенге в месяц. Поэтому требуйте, объединившись между собой. Пока вы ходите поодиночке и боитесь объединяться, у вас ничего не получится. Но вы должны понимать, что Тукаев больше всего боится как раз вашего объединения. Требуйте средней зарплаты не менее 1 миллиона тенге. Выходите на связь друг с другом, объединяйтесь, выходите на забастовки совместно и стойте до конца на своих.